Привет всем-всем-всем! Сегодня будем с вами готовить армянский мускатный пирог. Готовится он очень просто. Подойдет для всех любителей муската, правда не виноградного. Первым делом нужно взять полстакана молока и растворить в нем пол чайной ложки соды. Молоко отставляем и займемся другими ингредиентами. Теперь нам нужно взять 1 стакан муки. Его нужно просеять. Также по рецепту в этот пирог идет 1 стакан сахара. Но мне кажется, будет очень сладко. Я возьму поменьше. А вы берите на свой вкус. И 1 чайную ложку разрыхлителя. Все немного перемешаем. Теперь нужно добавить растопленное сливочное масло и растереть все в крошку. Вот такая крошка получилась. Теперь берем от этой массы половину, выкладываем ее в форму и равномерно распределяем. Утрамбовываем. Я делаю это стаканом. Стаканом утрамбовать тесто достаточно легко и быстро. Теперь берем 2 половину нашего теста. Я буду все смешивать в комбайне. Добавляем к нему наше молоко с содой. Одно яйцо. Стакан орехов. У меня грецкие. И 1/2 чайной ложки мускатного ореха. Теперь все перемешаем. Это и будет наша начинка. Начинка получается достаточно жидкая. Просто выливаем ее на нашу основу. И ставим нашу красоту в разогретую духовку на 35-40 минут. Готовность, как обычно, проверяем зубочисткой. Она не должна быть влажной. Пирог получается очень вкусный. У него хрустящая основа и достаточно мягкая структура внутри. Если хотите, можно орехами посыпать еще и сверху.